Соблюдать график ямочного ремонта и делать все быстро, пока дает погода. Юрий Поляков на улице Заводской обращает внимание, дорога в плачевном состоянии после разрытия. Мы четко соблюдаем график ямочного ремонта, хотя погодные условия у нас не очень-то соответствуют, но надо это делать. Я вам даю поручение, вы разберитесь, пожалуйста, чтобы мы за кем-то там не подметали потом, что это за штраба и почему она до конца не доасфальтирована. То есть возьмите бумаги в водоканале, что проводили отсюда, почему проваленные люки, все есть. И привести это в надлежащее состояние. Аналогичная ситуация и на Таманской. Вернуть подрядчика на объект и заставить восстановить асфальт – поручение главы. Я опять обращаю ваше внимание. Вот мы это делаем, да? А вот обратите внимание на тот провал. То есть, опять же таки, возвращаюсь к тому, что вот там провал должны ремонтировать те, которые там проводили. И вот прям по каждой улице, где мы делаем это тут, где провала не было. А вот там, где провал, я хочу знать, кто это был, что это было, и давайте это порядок приводить, находить этих. На обратном пути Юрий Поляков заезжает на улицу Гоголя. Здесь уже сделали карманы под лавочки. Обещают до конца недели завершить их установку. Картину портит мусор, оставленный на газонах. Ни центр города, ни обновленный вид аллеи жителей, похоже, не останавливает. Существует график вывоза мусора. Да. Машина прошла, собрала мусор. Они через полчаса взяли, опять вынесли. И у нас вот это будет до следующего проезда лежать. Собаки разорвут сейчас, а растянут, будут говорить о том, что это грязный город. Ну, если такая тематика существует, давайте им тогда поставим бачки контейнерные с площадкой. И пусть туда весь квартал им несет этот мусор. Но у нас варианта, а какой? Я другого выхода просто не вижу. ТОСы, Мунконтроль. Нацелить, направить вплоть до того человека, поставить, пусть ездит каждый день здесь смотрит. Как кто-то вынесет, придем с телевидением, покажем и скажем, что это негодяй, который у нас в городе вот занимается вот такими вещами. Еще свежо в памяти у анапчан, как раньше решалась проблема. Тем, кто игнорировал правила, мусор возвращался во дворы. Не исключено, что эту практику возобновят.